Виталий, приветствую тебя. Очередной совместный эфир. По старинке разбираем фундаментальный фон, технические возможности. Все это мы с тобой конвертируем в конкретные торговые рекомендации, сделки. И, соответственно, подсказываем тем, кто следит за нашим с тобой совместным контентом, как можно использовать эти самые технические фундаментальные возможности, открывая торговые операции, проводя торговые сделки. Эта неделя, напомню, друзья, обещает быть, особенно под закрытие, довольно жаркой. Следующий эфир у нас уже будет в понедельник. Мы разберем пятничный отчет, предстоящий на сегодняшний день еще. По Non-Farm Payrolls – это статистика по рынку труда, сектор, который многие считают, и вообще данные, там количество новых рабочих мест, темпы роста заработных плат, общий уровень безработицы. Многие полагают, что это вообще основная статистика, которая есть по США, потому что на основании этих данных можно, в принципе, сделать все выводы и о активности потребителей, и о росте инфляции на основании активности потребителей и, соответственно, будущих темпов экономического роста. Сейчас статистика для США имеет очень большое значение, точнее, она имеет определяющее значение для Федрезерва, потому что американский регулятор, возможно, уже давно бы изменил денежно-кредитную политику, если бы не тот недостаточный прогресс, который есть сейчас и как раз на рынке труда, и в отношении показателей инфляции. Поэтому предстоящий релиз, он в целом будет интерпретироваться рынком как повод, который либо повысит вероятность того, что американский регулятор раньше обозначенных ранее предварительных сроков пойдет на сокращение экономических стимулов, либо, если выйдут плохие данные, окончательно убедит продавцов доллара в том, что они пока оправданно могут сохранить инициативу в своих руках на какое-то время, как минимум вот до конца этого месяца, когда состоится симпозиум в Джексон-Холле. И, соответственно, это событие, по-моему, в понедельник мы с тобой о нем говорили, да, точно говорили, для меня является следующим вообще важным фундаментальным фоном, потому что я ориентируюсь, я понимаю значимость данных по рынку труда, но все-таки мне куда интереснее послушать Пауэлла именно на основании всех вводных и что он скажет по поводу именно политики. Так вот, давай к демонстрации экрана. Индекс американского доллара сейчас, друзья, на ваших экранах 91.97 пункт мы видим в моменте. Виталий, вот как раз в прошлый раз, когда мы с тобой разбирали ситуацию по рынку, плюс-минус те же самые значения были. Ну, действительно, индекс доллара пока что вот как приклеенный в районе 92 пунктов входит и продолжается это еще и с конца прошлой недели. Нужен триггер как раз, вот этот значимый, который сможет раскачать все-таки трейдер. Я сегодня, помимо того, что давал ранее, такой долгосрочный ориентир, что пока что склонен полагать, что доллар будет сокращаться, снижаться, да, мы локально краткосрочную сделку. Это sell limit с уровня 92.20 с take profit на уровне 91 и стоп-лоссом на уровне 92.60. Сегодня до выхода данных Non-Farm Payrolls будет предварительный отчет, скажем так, частная оценка ADP в 15.15 по московскому времени. И вполне возможно, что какие-то движения уже доллара более-менее интересные на фоне последней скучной динамики пойдут сегодня уже с американской торговой сессии. А следом за отчетом по рынку труда ADP в 17.00 выйдет еще отчет ISM в сфере услуг. А в понедельник такой же релиз ISM в производстве разочаровал трейдеров. ISM по прогнозам тоже вряд ли дотянет до супер оптимистичных ожиданий. Поэтому я думаю, что сегодня мы получим какой-то локальный всплеск волатильности, в результате которого доллар сможет пробраться там чуть-чуть выше 92 пунктов. И если мои ожидания оправдаются, то это как раз будет отличная возможность, чтобы войти в сделку с того уровня, отложенного уровня, который я только что обозначил. По поводу других финансовых активов, евро в прошлый раз без сделки был, сейчас я думаю, что
совсем сильно распыляться на большое количество инструментов не буду. По британскому активу была сделка с уровня 1.3850 buy limit, но мы вот чуть-чуть совсем не дотянули до этой отложки. Так бы получилась бы очень хорошая сделка. Оставляю в силе этот уровень, отложку buy limit, соответственно, если будет коррекция, цели прежние. То есть 1.3850, стоп-лосс 1.3750 и ждем выше уровня 1.40. Так, по золоту в целом вот этот коридор, он по-прежнему сохраняется. Была еще на прошлой неделе попытка прорваться золото выше, но мы видим то, что в конце концов этот актив вернулся в диапазон 1795-1715. В прошлый раз я рекомендовал отложку buy limit с уровня 1795, она по-прежнему актуальна. То есть если рынок драгоценных металлов, в частности золота, даст нисходящий импульс, опять же, как реакция на то, что произойдет с долларом, который точно отреагирует на рынок труда, то считаю, что вход с нижнего уровня вот этого коридора, нижней границы, будет отличной точкой входа. 1795 покупаем, стоп-лосс 1785 и 1825. Так, по нефти. В прошлый раз была отложка, сделка. Buy limit с уровня 73.50, но, к сожалению, вот этой четырехчасовой свечой сразу же рынок сделал эту отложку и добрался до стоп-лосса. Сейчас вне каких-то сделок, сегодня нефть парковать в целом не планирую. Жаль, что не получилось развитие восходящего движения на фоне довольно неплохого отношения трейдеров к риску сейчас в целом, но будут новые сделки уже потом. Так, и по поводу американского фондового рынка, тоже много раз мы с тобой отмечали, что в целом потенциал для роста еще сохраняется, и мы видим, как S&P в целом продолжает обновлять, переписывать исторические максимумы, сейчас 4413 пунктов. Я не сомневаюсь в том, что 4500 мы увидим в перспективе недели, может быть, чуть больше. И ранее на своих брифингах я озвучивал сделки по NASDAQ, там с целями 15 тысяч пунктов. Сейчас вот у меня по S&P остался последний актив такого индексного американского рынка, который я еще не добил до целевого уровня, но 4500 с учетом текущих котировок, это прям совсем непродолжительный путь еще, скажем, если пойти. Виталий, слово тебе. Ну, так скажем, по поводу S&P 500, я хоть и медведь по данному инструменту, но улететь мы вверх можем, потому что, как видим, ФРС сохраняет свои, скажем, идеи, которые ранее были, это вливание денег на рынок, и рынок за счет этого может еще хорошо подрасти, и можем по S&P даже увидеть 5 и, возможно, и выше 1000 пунктов. Как-то вот так. Так, давайте пройдемся по идеям. В прошлый раз была только одна идея. Это покупка индекса доллара в районе там 92 пунктов. Мы покупали с стоп-лоссом 91.50. Пока с понедельника по сегодня мы находимся на месте. Идею пока сохраняю, но, скажем, есть какие-то уже сомнения по данному, скажем, движению вверх, так как смотрел на евро-доллар, пока по индексу доллара идею сохраняем, прошлую покупку, вот можно добавить покупку евро-доллара, только вопрос, откуда мы будем расти с текущих. Вчера немножко с ребятами купили вот на нижней границе, там в районе там 18.50. Мы можем или с текущих вариант купить, это 18.75, и добавиться где-то в районе там 18.30. То есть где-то вот, возможно, вот сегодня будут новости, как ты отметил, и какой-то ложный выброс вот сюда где-то в районе там 18 плюс-минус. Но я думаю, ниже 18 не должно уйти, потому что дальше картинка будет ломаться. Можно еще лимитку поставить, то есть аналогично, как ты поставил по индексу доллара, то есть мы покупаем с текущих часть и
Час в районе там 18:30, лимитка со стоп-лоссом общим где-то в районе там получается. Так, 8, ну, в районе там 18:00, то есть не должны, в принципе, идти, потому что будем ломать вот этот тренд, который у нас рисуется вверх, как-то вот так. Пока до пятницы, я думаю, что до пятницы мы никуда не уйдем, будем здесь вот, или с текущих расти, или донабирать позицию, и уже в пятницу на нон-фарма, если все сложится хорошо, то евро, я думаю, выстрелит наверх. И хеджироваться можно будет индексом доллара, да, потому что там тренд достаточно сильный, как и по евро, в принципе, шортовый. Дальше. По фунту, в принципе, тоже согласен с тобой. Здесь пока лонг. Ну, должны, по идее, с текущих расти, потому что вниз, ну, как вариант, еще можем сделать более глубокий откат. Но тоже где-то здесь можно подбирать покупки. Дальше. По другим инструментам аналогично. То есть пока индекс доллара, пока картинка показывает, что будут проседать, там НЗД, австрийский доллар, канадский там под вопросом. На нефть пока покупок не вижу. Мы можем, конечно, расти, но достаточно сильно скинули. Еще можем просесть более сильно вниз. И там уже где-то смотреть покупки пониже, то есть это по бренд где-то в районе там 70, возможно, чуть ниже, 69. Ну, пока там падение, нужно, чтобы что-то нарисовали хорошее. А так, в принципе, по нефти тоже вижу какие-то рост неплохой вверх. Дальше, по золоту. По золоту тоже за покупки, но ты поставила лимитку там 1795, ну, сюда не должны идти, потому что мы сломаем вот этот импульс, который был на прошлой неделе. По идее, должны вот с текущих расти. То есть вот есть уровень поддержки в районе там 1800, получается 1800, сколько там, 1808 условно. Если его будем проваливать, то мы можем намного ниже уйти. Как-то вот так пока. Пока золото не торгую, но есть хорошая поддержка, за ней нужно следить. Так. Ну и в принципе все. То есть пока тоже так минимум идей. Посмотрим, как сегодня новости, что как позакрываются дневки. Возможно, какие-то плохие будут, скажем, моменты. И доллар по всем валютам может сломать какую-то картину, которая на текущий момент присутствует у нас на рынке. Вот так. Виталий, спасибо тебе за твои рекомендации. Остается только пожелать удачи и тебе, и тем, кто будет, соответственно, принимать конкретные торговые решения на основании того анализа, который мы дали. Напоминаю, друзья, то, что основная статистика еще только лишь впереди. Сегодня она начнет уже публиковаться, но самый главный релиз – это пятничная сессия Non-Farm Perils. Соответственно, мы с Виталием уже будем говорить об итогах отработки рынка этих данных и о цифрах конкретно. Может быть, о том, изменится ли позиция Федрезерва на основании этого отчета уже в понедельник. Поэтому будем рады вас всех видеть. Не, в коем случае не пропускайте наше совместное видео, потому что мы готовим этот контент специально для вас. Виталий, тебе хорошего закрытия и тоже, конечно же, удачных торгов по факту у нас такого насыщенного фундаментального фона. Пока. Все, всем удачи, пока.